Выходим. Рус, серединка, рус,
Ну смажь его, Илюх, выше, Илюх, выше, Илюх. В середине, лево у тебя. Рус лево, Рус лево, лево взял его. Рус правый у тебя, Рус правый у тебя. Хорош, хорош, играй, играй! Здорово, Райк! Рус левый держи, Рус, оставь его, Илья, оставь Илья, оставь Илья, иди выше, иди выше. Ван, один, один. Спокойно, да. Право, 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 право
спине! Оба! Один! Рыжий!
Вот так
Здорово! Сейчас
Забегай лево! Арай! Арай, ко мне сыпь! Ну влево отдай! Под тебя забегает! Азамат! Азамат! Бить! Ты же видишь, пошел на него! Дай сразу! Дару, вставай! Глубину делай, Рус! Делай глубину туда! Уаров, вот так ты! Зинаид! Что, блядь? Давай, пойдите, блядь! Ниже, Коля, ниже, Коля! Коля, ниже! Тащи, тащи! Коля, Коля есть! Там, сам, а, Коля! Нормально, нормально, Коль! Замену, Курев, Стас! Блядь, их там четверо, а в центре у нас ни одного! Рома! Рома! Давай! Иди головой забей, а! Иди в штрафную, труп! Ты высокий! Фали, не фали! Азар! Стоять! Стоять! Кто мешал обработать мяч? Что, видите, я более один? Здорово! Некру встречай, Некру встречай! Возьму своим. Слышь, Горо, помоги, Илюх, выйди, выйди, влево! Хорош, Некру! Здорово, Паша! Не круз лево, не круз лево, лево, лево! Yeah!
Серега! 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 Сер
Пойдем, пойдем выше, Лев, пойдем выше. Леш! Один! 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 Здорово, Руслан! Один! Чай! Рус, добегай, Рус, добегай! Чай! Пойдем, пойдем выше, Кира, пойдем, пойдем! Вадь! Рус, добегай, проводи! Хорош! Дайте второй! Внимательно, сзади, рой проходит за тебя! Ма! Выбивай, выбивай, выбивай! Кирюх с последним, прям Кирюх. Здорово, Витя! Ты можешь его выше уводить, он с тобой пойдет. Кирюх, иди выше. Володь! Рыжий, право сзади! Не старта, нихуя не чувствую. Кто бы не выходил. Здесь, Коль, нихуя. Саша, ты вообще не видишь. Наш, понял, наш. Все остановятся. Драгимов! Иди сюда. Два!
двигай! Давай, давай, давай! Миша, набирай, Миша, набирай, двигай, двигай! Арай, арай, здесь середине! Где, где, где? Я так и знал! Блядь! Давай, давай! Больше! Один, два, один, два, один, два! Давай! Миш, набегай! Пиздец! Вот там обратно, что ты делаешь? 14 минут. Давай, 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 ребята, тише! Антоша! Антоша, терпи! Леша, назад, Леша! Леша, назад, Леша! Легко возьмите, да, бля! Давай, давай, время есть! Спина, Ясь! Леша, держи, держи, держи! Мишка, один! Высокого, Авас! Высокого! Да, Авас, к нему, плотно! А сюда, можно заменку? По игрокам разберитесь! Зоны не надо держать! Леш, возьмите одного, чтобы назад выше взял. Леш, ты этого, Вань, здесь, Вань. Вот. Высокого перед собой!
чуть-чуть подыши. Все, давай, выгружайся обязательно. Снимаем позицию, пожалуйста, сразу. Сразу уходил с обеими. Забить. Бить, Паша, Паша. Сам выше, помогай. Лес своим, блядь, не бросайте. Нормально. Не надо здесь пить, пусть пепля, грузят тебя. Здорово, Руслан! Ну, не играем, а сейчас играем. Все индивидуально. О, Стилят, Рус, перед мячом, Рус! Все, да! Там желтый. Да, да. Вот, Руслан, блядь. Смотри здесь, сиди. Нет, ну, ладно, зачем? Что так не сбросить? Делать туда! Игра! Замену можно, Рэп? Замену! Стас! Руслан! Круз выше иди! Ну, ёпта, ты же был, блядь, в шаге ближе нас. Что, ну нормально? Не, Эму, смотри! Разложи просто штатив. А, хотя его раскладывают. Разложи штатив, только встанет, да, сразу, ну и всё. Если встал, место потерял. Хочешь, может быть, режиссером, комментатором? Так Коммунар будет против, он почему-то нравится, что я комментирую. Действительно, как тебя не послушаю, бред несешь. Какой бред? Ну, ты в трусах там что-то прохаживал там. Ну, это я один раз пошутил. Бровка, Вань! Я даже уже не помню эту шутку. Типа, кто-то там 5-1 вел, если отыграют, я все остальные матчи буду в шортах комментировать. Комментировать, да, я сказал. Не, ну это я обычно стараюсь по 4-5 шуток за трансляцию дать и все. Такие простые просто, разбавить мозг. Главное, что компу плохо не стало такого повода. Ребят, спокойнее, вот ребят, спокойнее. Если в такую погоду больше не дадим трансляцию, тут одна еще пережить можно. Ну что, дай, чтобы холоднее было. А у тебя сегодня есть что-то или есть? Это все. Я здесь сейчас. С меня хватит. Я думаю, мало ли еще есть. Не-не, мне изначально вообще сказали следующую игру тоже снимать. Коммунар? Да. Да, но они передумали, захотели меня опять послушать. Захотели меня. Вот я люблю Юго-Запад, ну знаешь, как хорошо, там вот ты снимаешь, рядом будка теплая. Вот прям рядом. Шаг сделал, погрелся. Вот, ну, я же говорил, разумно здесь сделать тепленькую мини-будку. Тут все будут счастливы, просто описываются кипятком, серьезно. В будке прям? Не в будке. А у Меркулова только одна идея. Увидел вчера, что... Какая-то девушка снимает, неаккредитованная. Сразу психанул. Кто это? Почему она снимает? Олега, посмотри! Олег есть! Верните меня, Юго-Запад. Сегодня там так было хорошо. Сидишь себе в тепле. Ксению с Юлей меняешь. Юлия не замерзает. Им хорошо. Зашла, вышла, зашла, вышла. Мы сейчас все еще про съемку говорим. Алексей. Ай-яй-яй. На грани, Алексей Игнатьевич. Ну, я тоже люблю пару шуточек. Это на грани, Алексей, на грани. Мне можно, я старый и больной человек. Больной? В таком случае все можно. Вот. Давай, ультра, время еще есть, один. Давай, чемпион. Причем я буду стоя стоять. Прости меня, родной мой, дорогой, любимый компьютер. Что, ты будешь при нем стоя работать?
Пожалуйста, переживи одну трассу. Иля, до конца, до конца! Может мне снять куртку, его накрыть, чтобы так теплее будет? Попробуй отвези, блядь, одного! Хотя он тут очень круто должен быть. Слушай, ну нужно же узнать предел. Витя, право, Витя, право! Там смотри, вторник, среда, четверг, а четверг наоборот. А ты в четверг приходи, там Орфу будет играть, не наши. 2.20. Да, ты посмотри же спорт и списание. Нет, правда, не могу. Я просто запутался, смотри. Сейчас. Не успею. Но только если типа, чуть-чуть. А, ты только оформляй, пожалуйста. Можешь оформить сама, но поставь на завтра. Но при этом залей в статью. То есть создай статью, залей статью с приездками. Надо, если сделаешь, вообще будет красиво. И да, Настя, слушай, у нас же вообще форс-мажор, я забыл. Нам завтра, обязательно завтра, по бизнесу, или иначе нас просто кастрируют. Ну, меня. Нужно заполнить стенд спорта Жирпак. Это ноябрь, мы ничего не сделали. Пожалуйста, я тебе скину какую-нибудь афишку опубликовать. Просто, знаешь, какую тему я придумал? Просто элементарная тема. Печатаешь 4 крупных фотки в разном формате А3. Просто 4 фотки в формате А3, 4 фотки. Просто их меняешь все время. Раз в неделю просто меняешь по 4 фотки. Просто приходишь, печатаешь 4 фотки любой, какие хочешь, которые были сделаны в этом деле, и меняешь. И больше ничего не нужно. Можно там маленькую информационную сводку написать. Да, те-то сыграли, просто текст. Я тебе могу придумать элементарный макет, чтобы это ты делала в фотошопе. 3-2! Проще всего это, опять же, не занимать. Если выбираешь 4 фотки, ты приходишь, не помнишь, как печатать. Но это прям обязательно. Я что-то совсем про эту тему забыл, а это важно. Паша, дальше! Бык, возьми мяч там! Конкурс бардовской песни, да? Конкурс бардовской песни у нас здесь, что ли? Ты ничего! Верните мне! Свои, пожалуйста! Вперед! Вперед, друзья! Вперед! Дым костра создает уют, а на западе как был дубак, так и остается. Ты просто здесь не разводил костер. Блин, это гениально! Слушай, это реально гениально! Просто ставлю мангал, херачу дрова, и все! И вся песня спета. Главное, тут же нечему гореть. Вперед, вперед, паром! А, хотя вот эта штука пластик. Копла загореть. Мула, да? К нему идем, к тебе придем! И я думаю, пол будет гореть легко уже, температура просто. Если нагреется мангал, то... Так, тихо. Если мы решили принципиальный вопрос, то обратись ко мне. Я, в конце концов, инженер-металлург. Я тебе сделаю такую... Давай. Штуку. Не, ну ты ж не против? Приходишь, подкинул пару дровишек, стоишь, тебя костер греет. Согласись, когда а на нем стоишь, что-нибудь тебе... жарится еще? Ну, можно кого-нибудь пожарить, там сосиски иногда. Там, сделать, знаешь, продаем жареную сосиску Мираторг за 10 тысяч рублей. Хороший бизнес. Представляешь, как они будут играть и чувствовать запах шашлычков? Никто не сможет устоять. Я бы не устоял. А ты здесь на кафе или летом не был? Здесь же, вот там вот, на втором этаже, готовили. Вот. Плюс еще приезжала отдельно машина, жарили здесь все. Здесь такой запах стоял целыми днями. Я слышал, что там было не очень вкусно. Я в основном нюхал. Ну, опять же, я говорю о том, что нужно обязательно... Не, Алексей, если вы реально инженер,
придумайте, пожалуйста. Я кроме шуток говорю, если реально можно придумать какой-то мангал, который здесь писать, там будет греть. Это ж хорошая тема. А дрова кто будет оплачивать? Да я без проблем дрова привезу. Сколько нам? На один день хватит 5 хапки дров? Зависит на весь день? Да. В принципе, да. И пусть будет всегда городро. Тут нужно еще как-то дымоотвод сделать. Придумать. Потому что это же проплавится от дыма. Хотя толку от нее, она ни хрена дождя не спасает. Пусть плавится. Мы будем пускать дымы. Знаешь, как в это самое. Пошел белый дым, там все, трансляция готова. Слушай, это смешно. Амил, можно, Рэп? Рыжий! А я это зачем? Давай, давай! Куда там еще разводить руками? Делай три! Давай! Сейчас две добавлены! Так, две добавлены, значит, до нашего матча. Мы танцуем танго. Мы танцуем. Знаешь, кто у нас самый активный подписчик? Азам, двигай серединку рук. Кто у нас самый активный подписчик в клубе? Ну вообще угадай. Я не знаю. Ну не считая сотрудников. А как ты? Ну через специальное приложение просто посчитал, кто у нас там, кто самый активный. Мама Настя. Короче, смысл в чем? Считать один балл это лайк, комментарий 2 балла. Но она просто столько лайкала, что у нее там получилось больше, чем у Паши Филатова. За ней идет Паша Филатов, но за этого есть Кристина Ановченко. Сказал главное Ановченко. Ну так у нее фамилия Ановченко. Я же с ней учился, не помню, на английском я был. Первый был курс. Коммунар. Я уже компьютер просто пипец холодный. Может, надо себе пуховик надеть, если не удается носить как-то. Тогда ты будешь холодный. Попроси мяч, кто там стоит, Саша? Ну скинет, блядь, сюда, ты, блядь! А? Ходи, блядь! Добеги достать, добеги достать! Круг, 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 круг! Алексей, я жду от вас проект. Это очень хорошая тема, но если у нас тут будет такая небольшая... А почему бы нет? Ну правда, ну просто будет стоять котельник, который будет всех греть. Да ты стоишь даже минус 20, просто стоишь рядом, она тебя греет, тебе уже нормально. Подошел чуть ближе, хоп, руки загорелись, ну зато тепло же. Открытый огонь же в конце концов. Нормально.